В Старом Шайгове открыл двери ЗАГС, равных которому мало найдется в Мордовии. На отделку этой кузницы семейного счастья потрачено более 3 миллионов федеральных и республиканских денег. Причем работы провели в самые короткие сроки. Весной уже окончательное решение созрело. И передали ее, она же занимала эту площадь, налоговой инспекции, с федеральной собственной передали нам непосредственно. И уже летом начали заниматься ремонтом. Старый ЗАГС находился в одном здании вместе с другими организациями. Маленькие залы, низкие потолки, прямо скажем, отпугивали молодоженов. Если в прошлом году там зарегистрировались 63 пары, то еще около 30 ездили оформлять свои отношения в Саранск. Теперь же сотрудники уверены, что желающих обменяться кольцами станет больше. Первые счастливчики уже оценили роскошный дворец бракосочетания. Куча эмоций. Рада. Здание красивое. Я думаю, что всем остальным парам здесь тоже очень понравится. Приходите, стройте свою семейную жизнь. Новый ЗАГС – гордость района. Просторный зал, уютный холл, отдельная комната для жениха и невесты порадуют каждого, кто увидит эту красоту. Но какими не были бы стены, главное остается неизменным. Молодых сюда приводит любовь, и только она. Николай Кучканов, Сергей Надин, Вести, Мордовия, Старошайговский район.